На канал Экзегет поступил вопрос о духовном росте. А что же такое духовный рост? Духовный рост нам часто не дается видеть в себе. Если бы мы увидели, что мы духовно растем, то мы бы возгордились. Нам показалось, что мы бы лучше, чем другие. Что у нас есть совершенство в том-то, в том-то, в том-то, а в другом человеке нет. Тут легко упасть в осуждение и не расти, а наоборот падать. Духовный рост бывает прикровенный, и в духовной жизни все наоборот, не как в мирской. В мирской ростом является почет, уважение, карьера, достаток. А в духовной жизни человек, наоборот, думает, что он один из последних, что он ничего не может, что он немощный, ощущает свою нищету духовную, он чувствует, что ему не хватает любви, и он хочет иметь в себе эту любовь. Он чувствует, что ему не хватает терпения, он спрашивает у Бога терпения. Он чувствует, что сам без помощи Божьей он ничего не может сделать. Чем смиреннее бывает человек, тем перед Богом он выше. Чем немощнее он себя ощущает, зачастую тем бывает он и сильнее, потому что сила Божия, скажем, в немощи совершается. В немощи. Но немощь бывает разная. Бывает немощь болезненная, греховная, а бывает немощь такая богоприимная. Интерпрет Антоний Суровский об этом говорил. Богоприимная немощь – это как парус корабля. Что там парус? Это материя, кусок материи. А этот кусок материи движет огромный корабль, когда ветер его надувает. Так и немощь наша. И вот в такой богоприимной немощи и проявляется духовный рост. Человек начинает расти, потому что ветер Божьей благодати надувает его жизни паруса. Потому что он уже не своей силой живет, а силой Божией. Потому что не своим разумом он пытается рассуждать, а спрашивает благоразумие у самого Бога. И, собственно, как можно узнать, растет ли человек или не растет? По тому, есть ли у него дары и благодати Духа Святаго. Человек растущий, это человек любящий. Человек растущий – это человек терпеливый, смиренный. Человек растущий – человек благовейный. У апостола Павла читаем послание к Галатам. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Вот это и есть проявление духовного роста. Ну, а условия духовного роста – это наше смирение и нищета духовная. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.